И всем лайки, с вами по-прежнему я, Новый Ларти, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сейчас, секунду. Устройство. Так. Воспроизведение. А, да. Что-то без звука, это реально. Да, вот, вроде все включил. Ладно, ребят, мы продолжаем играть в Майнкрафт Зиму Выше. Да. В этой серии мы построим домик. Достроим домик. Я меняю сложность на мирную. Да, именно вот так. Потому что я хочу пройти Майнкрафт на мирной сложности. Извините, но так. Ну да, зато убить дракона. Да. Так. Так. Так, да, именно вот такое стекло я буду. Во, как вам? Как вам дизайнер? Дизайнерское решение. Данного произведения искусства. Так. Да, сейчас будет ночь, так что я сейчас посплю. Папа, можешь не мешать? Извините, ребят. Такое бывает. Если вы слышали. Может, вы не слышали, что это такое было, но такое бывает реально. Даже, вы видите, стекла не хватило до сих пор. То есть стекла, да. А вообще, понимаете, что я записываю это видео? Наверное, нет. О, принцип. А, ладно, всё, нет, не мешаем. Так. В принципе, выглядит прикольно, ребят. Как вам такая идея? Не идея, а... Да, мы даже можем, знаете, как сделать вот так. Вот. Во! Во, вообще прикол. Вообще, ребят, прикол. Так, я бы хотел заменить на доски кое-что. Да, кое-что вот это. Не хотелось бы кровать сломать, то придется. Чтобы это выглядело не как какой-то дом. Прям. Кровать. Не, кровать, все нормально. Я думал, пока. По-другому. Чтобы какие-то вши, там, червень, еще кто-то. Ну, чисто вот так, как дома. А земля нам для, может быть, огорода. В следующей серии постараюсь сделать огород. Может быть. Это не 100%. Так что давайте я сделаю пол пока что. Вот я делаю пол. И... Ой, зачем мне факел? Так. А вы пока напишите в комментариях, что мне делать в следующих сериях. Если, конечно, они будут, то один раз не было. Прикинь, мне даже досок не хватило. Чуть-чуть совсем. Так, у меня есть у тебя тут? Вы издеваетесь, мне совсем чуть-чуть досок не хватило. И, походу, мне не хватит... Да, мне не хватит на вот это дизайнерское, просто вот это, окна супер-класс. Очень дорогие. Заказывайте очень дорого. Очень дорого, зато очень... Как бы вот так. Так. Так, блин, здесь как бы хотелось... Ну ладно, давайте я добуду дерево вот здесь. Так. Здесь у нас дофига просто дерево. Не зря тут это... Помните, в первой серии я... если я не поплыл, я бы такого не... да, такого не... Острова не дошел. Такого не было. Так что, может, в следующих сериях я буду делать шахты и всякое там прочее. Так.
Это специальное дизайнерское решение, что тут дерево. Возможно, я как-то взаимодействую с этим. Так, вот, доски. Ребята, у меня очень дорогие доски, ничего не могу с этим поделать. Да. Так. Так, где песок еще можно? Где еще песка можно? Так, давайте сделаю я лопату новую. Лопата-лопата. Лопата-лопата. Так. Так. Погнали. Так. Вижу, тут песок, и тут песок есть. Ну, тут песка мало, так что давайте вот там. А, мы можем кильнуться. Ну, давайте мы не будем делать это. Хотя, можем и кильнуться. Так, давайте закроем вот это водой. То есть, землей. Чтобы добыть больше песка. Нам нужен песок пока что очень достаточно нормально. Я буду делать второй этаж, когда-то. Может, я найду-ка где-то деревья. Хотя это выживание 12, вот это, ну вы поняли? И придется кое-что взять из креатива и что-то сделать. Сколько я? 40 песка, нормально. Так. Ладно, сейчас пожарю. Ой, ребят, извините, я тут кое-что проврофлил. То есть про... Ну, поняли, сейчас Так, продолжаем, да? Сейчас, секунду. Да, все, нормально. Извините. Продолжаем. Вот, 21 секунд. Как вы думаете, хватит? Ну, я думаю, даже не знаю. Надеюсь, хватит. Опа, не хватит. Чуть-чуть совсем не хватит. Ровненько хватило, ребята. Ровненько. Прям тут, прям вот так вот так. Вот прям прикольно, что тут дерево. И типа я смотрю, тут лучи падают, солнце. Вот так, что тут все просвечивается. Так, да. Ну ладно. И всем спасибо за просмотр. Вот я достроил домик. В следующей серии я сделаю шахту. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Lucky Larty. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Лайки. И всем лайки. И всем бай. Пока. Бай.